моя песня о женской космической симуляции. Давай, Гордеев, ты будешь Аллой. Неожиданно. Можешь посимулировать немножко? Конечно. Тогда лети на Луну. Офис бросил все дела, говорит о ней. Алла в космосе была ровно 10 дней. Уж поверьте, Алла не врет, специальный женский полет. Симулянтка по имени Алла, расскажи нам, куда ты летала. Не поверите мне, я была на Луне, на Луну я как будто летала. Ну зачем ты нам врешь, правды нет ни на грош. Симулянтка по имени Алла. Там нагрузки, милый друг, где-то 8G. Хватит парить всех вокруг. Фотки покажи! Пожалуйста. Не взлетала Алла с земли, отдыхала ты на Бали. Симулянтка по имени Алла, расскажи нам, куда ты летала. Не поверите мне, я была на Луне, на Луну я как будто летала. Ну зачем ты нам врешь? Правды нет ни на грош. Симулянтка по имени Алла. Ну зачем ты нам врешь? Правды нет ни на грош. Симулянтка по имени Алла. Симулянтка по имени Алла. Симулянтка по имени Алла.